путешествия. Версия 2003. Свободный доступ. Фестивали в Раменске мне запомнились двумя вещами. Это бесконечной дорогой в Раменское и пылью, которая там существует. Лично у меня судьба более благословна, потому что я нахожусь в закрытой машине, где стоит режиссерский пульт, и общаюсь со всем этим фестивалем только через экраны. Самый сложный момент фестиваля – это начало. Во-первых, там выходит Козырев, он все время что-то придумывает. У него такой образ, такой капюшон, там гитара, я помню. И мне долго говорят: Рома, ты не должен это пропустить, это очень важно для фестиваля. И вот это сначала самое трудное. Потом, когда выходит группа, ты уже просто с ними вкатываешься, слушаешь музыку и стараешься ее показать так, как ты ее понимаешь. Нашествие. Версия 2003. Открывает фестиваль «Нашествие» группа «Конец фильма». Напротив, я не сплю. Вдруг я смогу дать то, что нужно тебе. Напиши на стене имя и отчество. Ночь одиночества. Просто мне хочется, хочется хоть с кем-нибудь навсегда забыть. Помнишь, что переживали мы по поводу, что мы самые первые были, мы сами с трудом встали так рано утром и думали, ну неужели люди вот так рано приедут, встанут и придут на праздник? И мы переживали в основном только вот, будет ли вообще народ с утра и какой он будет. И в итоге оказалось, что переживания наши были напрасны. Самое сильное впечатление, мы начали играть, и вот поток вот этих людей, то есть начинали песню первую и последнюю песню, вот количество людей выросло раз в 5, по меньшей мере. Ощущение было такое, как будто вот забилось сердце, и кровь такими мощными импульсами, она потекла, и вот эти потоки людей, которые шли, очень-очень мощное такое впечатление, я помню до сих пор. Ворота, шайба, руки, пустоты, соединяются в кабе и массе. Мне кажется, что праздник удался, и мы маленькую лепту мы туда внесли. Ночь одиночества. Просто мне хочется, хочется хоть с кем-нибудь быть. Навсегда забыть. Таких мощных фестивалей достаточно мало. Их можно перечислить на пальцах одной руки. Нас постоянно спрашивают про фестивали «Нашествие». Нас постоянно спрашивают, вот когда. То есть я могу сказать, что про «Нашествие» спрашивают каждый раз. Практически, когда мы выезжаем за пределы Москвы, Московской области. Вот были недавно в Новосибирске, спрашивали. Мы всегда говорим, что да, будем. Весна в брызгах семени, как в зеркале луж весна. От одной жены к другой ушел луж весна. Разбивая сердца, в сердце каждого бьется. Весна, неужели она так и пройдет, весна? Я все жду, но когда она придет, весна? Каждый год я так жду, а она лишь смеется. Я так хочу с тобой сейчас, ну где ты, милая? И я не знаю, сколько длится сейчас, и я тебе только сотую часть я знаю. Версия 2003. Рома, подпиши, пожалуйста, сколько все идут, а? Если не сложно. Можно чуть погромче? Барабаны погромче. Играем дальше. Поехали. Раз, два, три. Так сказать, что «Нашествие» — это
большой толчок для новой группы. Нет, группа должна быть самодостаточной, интересной. А нашествие этому поможет. А у меня нормально, вот клавиши чуть-чуть пикают. Да, чуть-чуть клавиши. Нашествие. Видишь глаза какой-нибудь девчонки, и сразу все хорошо. Вот, и поешь для нее. Да и возле радиоприемников-то много сидят девчонок. Они же не все могут приехать, даже вот на большой фестивальный нашествие в Раменское. А так, вот, через динамики я все, что мог, я передал. Я рыцарь. Плачу, не грузи, не утонет в речке мячик. От Версачи эксклюзив, больше ничего не значит. Тук-тук, здравствуй, это я, потерялся ключ в кармане. Губы тают на губах, не обманет, не обманет. Любовь зарядила дожди, пистолеты, любовь. Парампас мой на веревках. Здравствуй, лето, без тебя. На стеклянных остановках разлетаются звенья. Мимо сердца, мимо капли летних подождя. По витринам, по витринам. Любовь залетела в дожди. Пистолеты, любовь залетела.
Обязательно. А что нам рисовать? Ну, всякие там пожелания, всякие комментарии. Что удалось? Он сразу научился усугубить. Леша шутит вполне уверенно. Я все помню. Мы приехали на большом автобусе с моделью. Они участвовали в шоу, они ходили у нас по ходу. Показывали, как они умеют ходить, а я пел. Мелькают на плакатах, попробуй приготовь. А хочешь по-другому, раз два и мы знакомы. Набитая оскома, я слышал. Ты старишь тихарем, токаны на баранов. Ты старишь тихарем, токаны, о-о. Ты старишь тихарем, токаны на баранов. Ты старишь тихарем, токаны. Лакаются ликеры, ты нравишься лифтеру и молодым актерам. Лови, лови момент. В зомбах дымится Честер, подруги знают место. Ну вот он, наконец-то, приличный комплимент. Ты ставишь тихаря, токаны на баранов. Ты ставишь тихаря, токаны, о-о. Ты ставишь тихаря, токаны на баранов. Ты ставишь тихаря, токаны. Скука, опять помыла руки, едва залезла в брюки, сломалась пополам. Ты тихо попросила, чтоб было все красиво. Раз, два и зацепила, раз, два и по домам. Ты ставишь тихарем, токаны на баранов. Ты ставишь тихарем, токаны, о-о-о. Ты ставишь тихарем, токаны на баранов. Ты ставишь тихаря, токаны, токаны. Ты ставишь. Ты ставишь тихаря, топканы на баранов. Ты ставишь тихаря, топканы. О, народ, привет! Ты ставишь тихаря, топканы, топканы. Ты ставишь топканы. И вот так мы закончили песню «Капканы». Нашествие. Версия 2003. Свободный доступ. Так, вот, значит, судья практически у нас вот здесь, сейчас я вас могу представить. Да, пойдемте. Нашествие. Абсолютный плюс – это минус суета, вот та, которая связана с реальным нашествием. Которая, суета начинается за сутки до этого или за двое. Все эти поездки в ужасных пробках, в ужасную даль. Все эти технические штуки, огромное количество журналистов, от которых никуда не скрыться на самом фестивале. Но минус, конечно, что нет этой энергии, которая исходит от тысячи человек. Мы так и хотели представить акустическую программу и на реальном нашествии. Просто это новая программа, мы как бы
долго ее делали, давно хотели. Вспотевшая кожа, что-то похожее позже. Юлия Чичерина, мне очень понравилось. Это был такой... Вот как одежда или прическа, которая женщине идет, вот этот саунд Юльке идет. Тут была такая яркая индивидуальность, и мелодика ее, и подача ее вокально. Они вдруг все заиграли, и это стало так самобытно, интересно, прям с удовольствием наслушали. Тихо, не слышно, слеп, слеп, охотничий мой секрет. Ночною тенью двигаюсь в направлении на запах спешу на мягких лапах, не просохшей тропой, и на запах твой четкий свежий запах. У нас есть еще одна добрая традиция, которая сложилась в Раменском. После каждого фестиваля и своего выступления Юлия Чичерина плачет. Юлия Чичерина плачет от того, что ее каждый раз подводит аппаратура. И почему-то сильно уверена, что мы постоянно мешаем этой группе выступать в фестивале. Я уж не знаю, что у них не так, но каждый раз их высокотехнологическая компьютерная установка к чертовой матери рушится после первой, второй или третьей песни. У них каждый раз с нашим участием случается отключение процессорной системы гитар. По этой традиции они во всем обвиняют Гройсмана, Соколова и Матвеева. Вы что-то нам отключили, вы сделали нам меньше напряжения. Каждый раз после этих выступлений мы приходим к группе Чечерной и объясняем: ребята, мы не делали ничего. Это просто вот так случается почему-то. Мощность звука на фестивале «Нашествие 2002» 120 дБ, равна по силе реву взлетающего реактивного самолета. Нашествие. Бандитская. Давай бандитскую. Запущай, мероприятие. Уникально нашествие тем, что у нас ничего не сломалось для нас, да? Потому что на всех предыдущих нашествиях у нас что-то ломалось все время. Почему конкретно? Да, то есть так, что портило нам всю картину просто. Я стою на краю, на обрыве над рекой, не могу пошевелить ни рукой, ни головой. Защемило сердце мне в голове, замкнуло. Мне осталось только петь то, что ветром в голову надуло.
силу возвращаться мне домой. Моя левая нога с края соскользнула. Мне осталось только петь то, что ветром в голову надуло. Мы провели несколько недель, изучая фотографии музыкантов и запоминая, как кого зовут. Вот у меня так было. Сложно, да, сложно. Названия такие своеобразные. Мы привыкли к такому. Торпедо Металлург, да, у нас. Спартак Алания. А мертвые дельфины. Куплю, что куплю волосы. Очень все специальная подготовка требовалась. Да. Нашествие. Версия 2003. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать, мы куплю волосы. Вот я помню, как Михаил Козырев оставил маленький эпиграф на компакт-диске с нашествием «Шаг 13». Там он пишет, что, значит, для меня 13 – это число, которое идет со мной по всей жизни. Там у меня квартира номер 13, школа номер 13, что-то еще там, в общем. У меня тоже это число, которое идет со мной по всей жизни. И, видимо, не мудрено, что все мои знакомые друзья-музыканты, съездив на нашествие, выступили на нормальном опен-эйре. А вот мы, видимо, очень особенные люди. Сука, у меня вышло две зажигалки. У одной такая жгучая пламя, а другая не погаснет при ветре. Их совместное горение пожары, которая побольше роскошна. И, блин, мечтает об отдельной коробке, ту, которую поменьше немножко. Я беру ее везде, где угодно. Иногда я обо всем забываю и прикуриваю то, что придется. Я стараюсь этим не увлекаться, но вдруг я знаю, потеряются обе. У меня обычно две зажигалки, одна такая жгучая пламя, а другая не погаснет при ветре. Их совместное горение пожары. У меня. Да одна еще всегда есть на кухне. Она длинная, чтоб не обжечь пальцы. Я же видел, вот эти куплю волосы играли, прям вот свербит у них, вот там и далее. То есть все, кому не безразлична эта тема, они вот как бы, вон они там, клевые, заметили они. На сегодня ты всегда под рукою. Я доволен этим фактом немало. У меня обычно две зажигалки. У одной такое жгучее пламя, а другая не погаснет при ветре. Их совместное горение пожары. Нашествие. Версия 2003. Он будет не Я сначала узнал, что вообще не будет нашествия фестиваля. Вот это было разочарование. А потом уже узнал, что будет такой виртуальный фестиваль. Мы будем все то же самое играть, чтобы и сыграли на большой аудитории. Вывожу все свои войска с вражеских территорий. Население моих городов остается голодным. Я заставляю зачем-то тебя оставаться мечтой навсегда. Сбыться не у меня.
мы выходим на улицу, гуляем по телу земли. Ничего не получится, наши сделаны нами ходы. Я рекомендую дома возле радиоприемника поставить палатку и слушать фестиваль где-нибудь на кухне или в зале. Или можно даже на улицу спуститься, там батарейки в магнитофон вставить. Короче, все берем палатки, выходим во дворы и слушаем фестиваль «Нашествие 2003». «Нашествие. Версия 2003». Это, по-моему, был то ли первый, то ли второй фестиваль. Мишу все время, как самого человеколюбивого из нас, волновал вопрос, что же будет с людьми, которые приедут, им негде ночевать. Нас нашли какие-то люди, которые вызвались поставить какие-то армейские палатки огромные, выдавать каждому матрасики, соответственно, продавать билетики, соответственно, за эти билетики выдавать всем матрасики. Вот. А люди, которые привезли, должны были привезти матрасики, просто не приехали. Вот, и, соответственно, все эти с квиточками от матрасиков прибыли где-то порядка часа ночи в штаб. Таких был человек 200 с криками «Где наши матрасики?». Соответственно, человек, который продавал билеты к тому моменту, уже добросовестно с деньгами отбыл на свою воинскую базу. То есть у них там все четко разделено. Деньги в одну сторону, матрасики в другую. А во второй раз у нас есть горе-бизнесмен. Данилкин, вот, который решил произвести бизнес. Он пошел где-то, закупил таких пляжных резиновых матрасиков, там несколько тысяч. Вот, и решил там их продавать. Периодически он с горящим взором подбегал к сцене и говорит: «Скажите со сцены, что есть матрасики». Вот, периодически, как бы там Миша жалишься, говорил: «Покупайте матрасики». Матрасик он продал там то ли два, то ли три. Потом на следующий день, когда он понял, что затея с матрасиком для ночлежки как бы провалилась, он изобрел такую штуку. Из матрасика он вырезал такую как бы штучку, которую можно было привязать веревочкой, извиняюсь, к заднице и сидеть на ней на земле вместо стула. Под этот шумок он впарил еще штук 5 матрасиков. А пару тысяч, думаю, у него где-то до сих пор в закромах. «Нашествие. Версия 2003». Лампочек не видно. Свет, блин, херачит. Мы уже знали, что мы будем на «Нашествии», но мне больше запомнился момент. Был еще один фестиваль «Чертова дюжина», когда Михаил Козырев... После того, как мы отыграли песню, он спросил ребят: «Ну что, позовем их на «Нашествие»?» И то есть, все люди, которые пришли на этот фестиваль, сказали: «Да». Машинка размажет по кирпичности стен обломки империи, элементы систем. И тот, кто был всем, тот станет никем. Но мы с тобою будем вместе, как седые Нэнси. И ни за что не доживем до пенсии, как седые Нэнси. Седые! Самое удивительное, вот эта атмосфера большого фестиваля, несмотря на то, что фестиваль проходит в таком странном режиме, то есть в студии, вот эта атмосфера, она почему-то сохранилась, она чувствуется. По дорогам вверх, по дорожкам были, ведь мы так любили, мы были с тобой, все время вместе, как сидим Нэнси, и не за что мы не дожили до пенсии, как сидим Нэнси,
Здесь вокруг этого радиоцентра огромное количество людей с какой-то потрясающей аурой, и здесь вот эти все энергетические потоки просто зашкаливают. Нашествие. Версия 2003. Границы гетто. Никогда в самом страшном сне я не мог себе представить, что фестиваль закрылся. Ужас был в том, что мы пытались достучаться и понять, кто. И чтобы хотя бы один человек нам сказал: я беру на себя ответственность, я запрещаю фестиваль. Вот вам приказ, фестиваля не будет. Мы метались между местной главой администрации, губернатором области, пытаясь: примите нас, выслушайте нас, пожалуйста, что вы делаете? Это радость для сотен тысяч людей. И когда один из помощников главы Раменского района, как бы не в неформальной беседе по телефону, заикнулся о том, что ну что вы взрослые люди, ну что вы не понимаете, что вы, ребята, дети малые, ну выборы на носу, ну кому ваше нашествие наркоманов тут нужно? Бабушкам, которые на выборы пойдут. А ваши хулиганы, наркоманы, проститутки, алкоголики, не пойдут никуда. Ну что вы, ей-богу. Вот. И виртуальный вариант — это был последний найденный компромисс. Кто они? Чтобы лечить себя, кто они? Чтобы лечить себя, кто они? Как они? Могу знать, кто ты, кто они? Чтобы знать, кто ты, кто они? Чтобы учить себя, кто они? Чтобы учить себя, кто они? Как они? Могу знать, кто ты, кто они? Чтобы знать, кто ты, кто они? Ну, ништяк. Обычно в студийных съемках используют не больше 5 камер. Виртуальное нашествие 2003 снималось с 12 камер, как большой стадионный концерт. Для Димы самое страшное, что может случиться, это какой-то артист, который рискнет переиграть. А у меня вообще такое впечатление во всех фестивалях, которые я делал, что Козырю доставляет удовольствие добавлять группу время, не спрашивая у меня. Он потом так подходил и говорил: ну как мы идем? И можно еще сыграть одну песню? Я говорил: нет. Он говорит: ну... Ну, я им разрешил. И я говорю: кто из нас следит за прямым эфиром, ты или я? У них коротенькая. Я говорю: слушай, если у них коротенькая, но она не вылезет. И Миша, вот у него была красивая такая тенденция. Если он видел, что они выходят за рамки, да, он исчезал. Неправда! Не-не, он исчезал. Он исчезал, он уходил на другую сторону сцены, чтобы я его не видел. И так музыкантов провожал, и мне говорят: я больше не буду. Я не буду, вот только этим разрешил. Нашествие. Версия 2003. Когда я перестану
как же он хорош, как я милашка, как мы могли не замечать, не обращали внимания, он на Киркорова похож, такой же чебурашка. Первое нашествие, которое происходило в Раменках. С этого момента мы принимаем участие в этом фестивале. Нас попросили сделать что-нибудь эдакое на концерте. До начала нашего выступления ничего не придумали. Мы не придумали ничего лучше, как разбить гитару просто на сцене. Ну, не самую лучшую, конечно, естественно. У Руслана много гитар. И он какую-то одну из них для красного словца пожертвовал. Самое яркое первое впечатление огромное количество людей и столь низкая отрицательная статистика. Фактически ее отсутствие меня очень радует. Дух каких-то общих интересов, какой-то комьюнити все-таки существует. Это, наверное, самое приятное и радостное событие и самая благая весть, которую я извлек из фестиваля «Нашествие», которую пытаюсь донести до вас, уважаемые телезрители. Я сейчас играю, поставил звук каждый день и на ней как раз построить все, чтобы, то есть, баланс был какой-то. Мне нужно больше холла мне в уши. Версия 2003. Свободный доступ. Версия 2003. Мать Тереза пришла. Бля, отец Тереза. Это я. Кузов тяни. Всем, кто у нас в студии, привет. Все, кто на улице стоит, привет. В общем, мне очень нравится атмосфера здесь на студии. Здесь такая суета, народу огромное количество и полное ощущение фестиваля. Я не знаю, как у вас по ту сторону радиоприемника, но здесь все кипит, все бегают, все происходит, все настраивается. Это очень здорово. Ты готов? А мне нравится. И главное, ничего делать не надо. Руки вот они. Свободно. Парень, ты скажи, что делать, мы подхватим! Нашествие. Сегодня в этой студии, на этом фестивале, вместе с музыкантами группы «Чайф», которых вы, я надеюсь, хорошо знаете, находятся, я не побоюсь этого слова, звезды мировой этнической музыки, ансамбль «Изумруд». Вы слышите эти чарующие звуки? Это как раз они. Это гусли. Гусли, Садко.
имени Садко, ансамбль «Изумруд». Мы познакомились совершенно случайно. Нам предложили выступить в общей программе в Днях культуры Свердловской области в Москве. И чтобы мы вписались, чтобы не были инородным килом, мы сами предложили, а давайте мы с кем-нибудь, вот кто после нас останется или до нас будет на сцене, мы сделаем совместный номер. И нам предложили ансамбль «Изумруд». Они живые, подвижные такие, не консервативные, энергичные. И тогда мы решили, как раз мы встречались с Мишей Козыревым, и он говорил, хорошо бы, чтобы на нашествие придумать какую-то фишку такую. Я говорю, Миш, вот знаешь, мы выряжаться ни во что не будем, надевать на себя костюмы, там, опускаться с потолка. Такие цирковые трюки нас интересуют. И мы ему предложили эту штуку. Он немножко сомневался. Я говорю, спокойно, доверься мастерам. Братва плохо не наколет. Со мною моя нежность, да что с нею делать? Унять свою гордость, душа б не болела. Со мной моя зависть, а с ней рядом злоба, желание быть первым и чтоб выше гробы. Выцвела книга, ее не открыли, ведь были же крылья, да надломили. В одной руке бритва, в другой моя смелость, к вечеру битва, с утра опять серость. Нам все эти этнические штуки очень близки, я люблю все это. И если мы иногда немного это используем, то только потому, что не умеем этого делать. Если бы умели, делали бы больше. Вот. Но так или иначе, мы понимаем, что корни у группы ЧФ абсолютно народные, абсолютно этнические корни. Изумрудовцы прячутся за нас. А потом смотрю, они так раз и стали полноправными действующими лицами на концертной площадке. У нас был еще дуэт с Текила Джаз. Текила, они, ну, они братаночки нам. То есть это самые близкие люди нам в Питере, самые уютные, милые. Ну, не знаю, то есть одни восхитительные эпитеты. И она его прощает. И они как раз работали над, вместе с нами над альбомом. Мы в их студии писали «Время не ждет». И они так много трудились над этой песней «Не зови». Мы ее, вот в нее столько было труда вложено, обоюдного. Конечно, нам было приятно выйти на сцене и показать ее, сделать вместе эту песню. Дома той собачьей свадьбы зажигал он в байке. Для нее руками шепчут, мог достать в Москворике. Говорили нам его не удержать, говорили просто надо подождать. Не дави тоска на грудь мне, не дави. Не зови назад его. We'll be right back.
надежду. Продолжаем. Валера, что ли, Россия? Валера, Россия! И нас миллионы подхватывают! Оле, 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 оле! Россия! Вперед! Оле, 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 оле! Россия! Чемпион! Позитивно проводим время! Позитивно! Это самое главное. Нашествие. От старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок, уехал. Ой-о, 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 ой-о. Запил сосед. У них на фабрике стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали. По телеку рядится, как дальше жить, тоста. Тоста, тостали, ой-о, ой-о, ой-о. Ой-о, так вначале я, потом вы все. Ой-о, 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 ой-о. Хорошо, ой-о, ой-о, ой-о. Давай, шкива вам. Я не то, что тобі потрібен. Я не то, я не то. Я не то, что тобі потрібен. В 2001 году случилась вообще ситуация, которая нас всех потрясла до глубины души. Экстремальный альпинист, который забрался на крышу, делал фляки назад, прыгал. Туда забрался ОМОНовец, пытался за ним гоняться. Он от него бегал, там становился на край. Потом туда полез парень из сценической компании, из GSA. Они сидели, что беседовали какое-то время, потом спустились вниз. Я спросил уже потом у парня из стейдж-компании, что произошло. Он, ты знаешь, когда я поднялся туда на крышу, то парень, говорит, сидел, уже почти плакал и говорил: я высоты боюсь, спускаться страшно. То есть залезть и делать сальто назад на крыше и под музыку Чайфа ему было не страшно. Но когда Чайф перестал играть, он уселся на краю и чуть не заплакал. Мне спускаться страшно. И когда этого молодого человека спустили вниз, ему сразу же сценическая компания предложила: парень, давай-ка работай у нас, потому что если ты делаешь такое на верхотуре, тебе нужно этим заниматься. Он сказал: нет, ребята, я просто люблю группу Чайф. Бутылка кефира, полбатон. Бутылка кефира, полбатона. Я сегодня дома. Я сегодня дома. Я сегодня дома один. Туба, патуба, 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 туба, туба, патуба. С утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино. И, в общем, все равно. И, в общем, все равно. И, в общем, все равно какое. Ba tu ba tu ba ba tu ba ba tu ba tu. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть
на прохожих, на девчонок, на девчонок, на девчонок с нашего радио и немного на парней. Тюба, батюба, 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 тюба, тюба, батюба, батюба, тюба. А потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж я и страшен. Я даже немного, я даже немного, а он даже немного. Так кто там все время разговаривает? Мы все здесь немного, ничего. Ай, не держите меня! Не держите меня! Вот ты завел меня! Ты меня! Вот вы меня сейчас... Вот все, вот вы сейчас нас завели. Раз, два, раз, два, три! А я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка. И как у него, и как у него. Оранжевое настроение. А потом я даю чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо. Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона. Так, руками будем махать, да? Все равно же будем. Фестиваль подняли ручки. Раз, два, раз, два, три. Хоп, 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 хоп. Ю-ху! Так, невозможно остановиться. Еще чуть-чуть. Музыка — это чудо, когда люди выходят, и вот из ничего вдруг появляются звуки, эмоции, тебе глаза загораются. Потому что это всегда магия. Версия 2003. Свободный доступ. Смотрите в следующих сериях. Завтра и послезавтра. Нашествие имеет смелость взять все то, что не может раскрутиться без денег, и просто пустить людям. Нашествие! Вообще было желание выйти в мотоциклетном шлеме? Без фанатизма, я считаю. Как ты думаешь? Ну да. А не было времени нервничать. Пришли, включились, спели. Я вообще люблю, когда большое количество людей одновременно думает о чем-то хорошем или испытывает что-то хорошее. Это очень важно для энергетики Земли в целом, особенно сегодня. Нашествие! Свободный доступ.